Картину героев кировчан открывают самарские кадеты. На мемориале изображены два десятка портретов. Среди них и герой Советского Союза, почетный гражданин Самарской области и Самары Владимир Иванович Чудайкин. Признается, оказаться в ряду героев района почетно. Но нельзя забывать и о других людях, которые защищали нашу родину в годы войны. Это великая победа. И вот сегодня открытие вот этого мемориала Кировского района еще раз напомнит нам о том, что была такая страшная стратегическая война. Ведь погибли около 30 миллионов нашего населения. Мемориал на площади Кирова уже второе архитектурное сооружение, которое в год юбилея Победы появилось в районе. Триумфальную арку открыли на проспекте Пионеров в преддверии 9 мая. Еще один памятник появится летом в парке Родина. Открытие таких мемориальных комплексов позволяет, мне кажется, воедино связать нашу историю, наше настоящее время и наше будущее. Мы вместе с вами должны быть устремлены на то, чтобы как можно быстрее наш город развивался, люди, которые проживали в городе, были счастливы, а это невозможно без памяти. Хочу еще раз искренне поблагодарить наших героев, людей, которые отстаивали великую победу, людей, которые ковали в тылу эту победу, людей, которые сегодня продолжают и развивают мощь нашего государства, мощь города Самары и Самарской области. Самым важным для нашего города является и историческая память, и наши работающие предприятия. Очень важно иметь такие символы. После торжественного открытия стены героев кировчан почетные гости собрались во Дворце культуры имени Литвинова. Глава администрации Самары Олег Фурсов отметил, городские власти прикладывают все усилия, чтобы Кировский район Самары преобразился. Здесь уже проведена большая работа. С площади исчезли киоски. В течение месячника по благоустройству совместными усилиями с предприятиями и жителями удалось благоустроить территорию. На этом работа не остановится. В планах привести в порядок фасады зданий и памятники архитектуры. Марина Кравцова, Лариса Шалафаст, Павел Просняков. События.